А перед началом ролика советую вам посетить канал Левши. Там вы найдете совместные со мной летсплеи по Сампу, по Доте, по Тим Фортресу. Также по Порталу снимали прохождение. Ну а также он выкладывает, проходит игры под Мафия, например, есть GTA, также Bioshock. В общем, интересные видосы. Также есть анбоксинги разных посылок из Китая. В общем, заходите, подписывайтесь, смотрите. Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами Оз, и что же у нас сегодня? Сегодня у нас долгожданная Outlast 2. Да, в общем-то, вышла она сегодня, 25 апреля. Ну что ж, я сразу же ее купил, и, естественно, я хочу ее пройти, так как в Outlast я играл, и в оригиналах DLC, это шикарные хорроры. Ну что ж, давайте начнем. Ну что ж, я думал, что стоит на нормальном уровне сложности начать играть. Так, ну, приветствие, как у нас и в первом Outlast. Продолжим. Лин Лангерман занимается журналистским расследованием убийства бледной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы, Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственные варианты — бежать, прятаться или умереть. Так, ну что ж. Что ж, будет интересно. Это однозначно. Мы летим в вертолете в эту походу деревню. I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. О, моя камерка. Can't work my diaphragm with this thing on. Я думаю, она мне поможет. Audio's gonna be crap. We'll have to. Что, Outlast, ёб? The fuck? Твою мать. Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Я камеру-то не разбил. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Какого хрена у тебя двигатель? Ёпкою! Слетали уже.
Мы типа падали с вертолета. Какого хрена? Так, так, так. А камера... У меня нет камеры. Фак. За кого... За кого я сейчас играю? Вроде бы за Блэка. А, нет, лол, за какого-то вообще монаха, что ли. Дратути. Шкафчик. С фоточками. Какие-то ученики. Что-то тут гремишь. Какой-то... Какой-то... Все... Привет. Какое-то все близко. В Outlast первом зрение, ну, камера первого вида была подальше. Так. Это все закрыто. Интересно. В демке, по крайней мере, этого не было. Мне еще холодно, блин. Так что у меня даже... Чисто потому, что мне холодно, у меня уже идут мурашки по коже. Что будет сейчас? Ну, я иду просто через школьный коридор. Музычка, типа, страшная. А куда этот мужик? Привет! Что это было? Это мне приснилось. Окей, это всего лишь сон с какой-то маленькой девочкой. Ну, в смысле, звучит, ну да ладно. Камеру. Хватай камеру, мать твою. Блин, меня придавило тут. Давай, снимай. Дверь себе. Камеру, хватай камеру, она тебе поможет. Ох ты, ёп. Fuck. Так, а вот теперь, кстати говоря, все нормально со зрением, оно не близорукое. Так, а камера вот, ночновидение, отлично. Но батарею тратить, наверное, сейчас не стоит. Так, ну, линк тут нету явно. Так, ну, что можно сказать по первым таким, можно сказать, впечатлениям? В принципе, графон классный. Сюжет. Ну, пока я еще его, естественно... Ух ты, блин, прикольно спускаться по горам. Круто. Сюжет, ну, в принципе, заинтересовал. Так, ну... А бегать я уже могу на шифте? По-моему, могу. Ни хера не прыгнул, я просто побежал. Так, вон наш вертолет догорает. Так, ну уступ, ага. Тут уже прямо с самого начала игры уже начинается такое активное обучение, кто не играл в первый Outlast. Оп. Так. Важные события должны быть сняты на видео. Ага. Оп. Чё-чё-чё-чё-чё, навели камеру на снимок. Так, навели камеру на событие. Дождитесь, пока красный кружок не заполнится. Он заполнился вроде. Нет, я еще не снял. Я дебил. Я просто не понял, что мне надо нажать левую кнопку мыши. Все, это я заснял. О, щит! Так, в табе. В табе. О. Is... No, there's no bodies. Прикольно, прикольно. Лин! Лин! То есть я могу рассматривать это. Lin's body wasn't in the wreckage. О, причем могу приближать вот так. She wasn't there. Прикольно. И кью назад. О, у меня даже интервью это осталось. Круто. Okay. We're good. Прикольно. Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot. Ну что я могу сказать? Прикольно. То есть далее...
и назад. Офигенный стоп-кадр, просто топовый. Так, ладно. Тут у меня, значит, три видеоролика есть. Ну и тут... О, 18 штук будет за игру. Прикольно. Так, ну все, давайте уже проходить дальше. Дальше, дальше. То есть тут никого нет. Ни пилота, ни нашей жены. О, Бинтик. А, это же Бинт. То есть я могу тут хилиться. Nothing matters but Lynn. Ага, вот, использовать бинт. Могу в камеру посмотреть. Понятно, прикольно. Уже прямо нововведение на глаза. То есть мы можем, по сути, похилиться, наверное, после, если на нас нападут. Fuck me! Это что за херня? Fuck! Это... Not happened in the crash! Это тут и было. Понятно. Так, ну что ты мне мигаешь, пока я не посмотрю на это, да. Так, ну то есть тут вот уже кого-то едят. Или жарят, или и то, и другое вместе. Интересно. Идем дальше. Так, обернуться можно на альт. Правильно или чё? Ну да. Развернуться можно. У меня кончается батарейка, я думал, мне стоит поспешить. У меня какие-то подгрузки, какие-то проседания FPS. Оп. Ага. Эта цивилизация сыграет злую шутку. Очень злую. Мы же режиссер, мы ничего не должны бояться. Мы, блин, везде можем послушать этот репортаж. Так. Здравствуйте. Я заблудился. Я ранен. Помогите. Блокируется офигенный перевод. Я думаю, его, естественно, еще подправят, тогда только вышло. Hello? Привет. Ой-ой-ой. А, у меня есть батарейка. Окей. Привет. Кто-то типа... Ропор, сытай. Ну, Outlast в своем стиле, что мне нравится. Но будет, наверное, жутко проходить эту игру. Посмотрим. Что тут происходит? Откройте. Это этот... Ой. Так. Я сначала подумал, что это солдат из Team Fortress, лол, на картинке. Так, бинтик. Бинт — это хорошо. Но бинты я в камеру не вставлю. Дорогой отец, продолжает этот... Что, блядь? Я приняла... Подожди. Я увидел создание, похожее на горящее солнце, со внутренними рядами зубов в зубах, свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые были членами. Охеренно. Это чудовище трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасу из огня. Что, блять, что в этой деревне происходит? Лиза. Охуенно пишешь, Лиза. Тебе только книги писать. Так. Что тут еще есть? Книжечка. Вы можете спрятаться под кроватью. А как? Не пишут как.
Ну ладно, значит, пока не надо. А, вот. Может быть... Пойдите вперед, чтобы медленно открыть дверь. Наверное, его тут имели в виду не под кроватью, а в шкафу. Так, ну, собственно, тут больше делать нечего. Пойдем отсюда. Привет. Я в ваш домик заглянул. Но что-то как-то негостеприимно. Есть тут кто? Что тут? Ничего нету. О, батареечка, отлично. А где у меня количество батареек? А, таб. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Вот. Одна батарейка, по-моему, только. И три бинта, и камера. Так, окей, что тут еще есть? В этот домик пойдем? А, я могу в окно. Супер, я знаю. Мразь. Ну, нахрена я два окна открыл. Так, что тут есть? На некоторых дверях есть засов, который можно использовать, чтобы заблокировать дверь. А, окей. Что тут? Кровать, на которой кто-то описывался от страха, наверное. Тут, собственно, нечего взять. Так, а тут что? А тут и ничего нету. Заперто. Окей. Нам сюда вроде бы, да. Оп. Так, ну мне сюда явно. Это я даже помню по демке. Окей, сейчас что-то начнется. Это 100%. Сатанас индивикалте. Сатана что-то там бог. Песнь повитухи. Так. Окей, тут явно хотели резать детей. По-моему. Не знаю. Идем дальше. А, да. Я помню это место. А нет, его поменяли, лол. Тут были раньше дети. Реально выглядели. Обычные дети, а теперь это какие-то окаменелости. Короче, они поменяли что-то. Хотя раньше выглядело прикольно. Так, мне сюда, да? Полное темнотище, без камеры нихера не видно. Вообще, то есть вообще ничего. Идем дальше. И я, кстати говоря, вышел на то место. Место, где все в демке кончалось, чтобы ползти на жмутице. Окей, поползли. Ага, вот все дальше. После этого места уже ничего, естественно, мне неизвестно. Так, посмотрим. Кто это говорит? Надо мне тут пугать, я не смогли его хлеб-то. Ну что ты там шепчешь? Иди сюда, на кулаках, пес. Ёбаный в рот, это что за хуйня? Это что за хуйня? Да беги, блядь! А какого хрена? Я ж побежал. Ёб твою мать. Вот и первая смерть в Омбласте. Ну, я типа побежал, я не знаю, как он меня загандошил. Так. Наверное, я там не пройду. Чё это за хуйня? Я иду, блядь, куда бежать? Куда бежать просто? Куда бежать? Назад ползти, нет? Оно идет за мной.
где он? Или оно? Я не знаю просто, что это. Он исчез. Кажется. Но, по крайней мере, я его не вижу. Давайте залезем в этот дом. Я думаю, тут будут какие-то скримеры, скорее всего. Бинт. А, нельзя больше взять бинтов. Блин. Три штучки маловато, как какой-то запас прям. Просто можно взять батарейку. Можно взять батарейку, ну и, собственно... Блин. Все. А... Здравствуйте. Окей, проходим дальше. Окей, тут можно попасть. Блядь! Ёб твою мать, сука, вонючая бабка. Какого хрена? Нет, 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 не надо назад идти. Так, ну, в общем-то, думаю, стоит первую серию на этом закончить. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. На канале вы найдете прохождение разных игр, стримов тоже очень много провожу. В общем, всем пока-пока, ждите следующую серию.